Добрый вечер. Сегодня у нас 77-й урок по книге Шмот. Приближаемся к завершению недельного раздела Китиса. На прошлом уроке достаточно подробно разбирали вопрос о том, почему, или, может быть, зачем, для чего Моше разбил скрижали. Напомню отрывок Торы. Моше повернулся и сошел с горы, и две скрижали откровения у него в руках, и скрижали, написанные с обеих сторон, о них написано и с той, и с другой стороны, и скрижали эти деяния Божьи, и письмена Божьи, начертанные на скрижалях. И услышал Иошуа шум галдящего народа, и сказал Моше: «Звуки битвы, встань». Но тот сказал: «Это не победные крики и не вопли поражения. Я слышу крики ликования». И когда он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, возгорелся гнев Моше. И бросил он скрижали, которые нес в руках, и разбил их под горой. Вот этот отрывок. Вопросы, которые здесь возникают, по крайней мере, несколько вопросов, все не перечислим, но по крайней мере несколько вопросов. Первый. Почему муж разбил скрижали, а вообще кто позволил ему это сделать? Тора подчеркивает, скрижали – деяния рук Божьих, да и письмена на них тоже – деяния рук Божьих. Это же, наверное, самая святая вещь, как можно было разбивать. А может быть, Моше не задавал себе вопроса, как можно разбивать, а просто, как там сказано, когда он увидел, своими глазами увидел золотого тельца, пляски, хороводы вокруг него, возгорелся его гнев, и в гневе, не задавая лишних вопросов, он разбил скрижали. Очевидно, что невозможно так объяснить, потому что не нужно забывать, мы имеем дело с Моше. Бездумное действие человека в гневе, который, не отдавая себе отчета о том, что он делает, совершает вещи, о которых он потом пожалеет, приписывать это Моше невозможно. Хотя, должен оговориться, ведь, по крайней мере, еще в двух местах в Торе видно, что Моше гневается. Более того, мудрецы говорят, что поскольку он разгневался, то забыл закон, о котором идет речь в том самом отрывке. Это да. Но при всем при том, подобного рода гнев, в котором можно себе представить, что Моше, не отдавая себе отчета в том, что правильно ли он делает или нет, разбивает скрижали, самую-самую святую вещь, это, конечно, при всем желании приписать ему невозможно. Значит, перед нами обдуманное действие. Но если обдуманное действие, тогда что он хотел им достигнуть? И почему он разбил именно, когда спустился с горы? Зачем он нес эти скрижали вниз? Мог попросту сбросить с горы, там, где он был, в момент, когда он получил известие о том, что происходит в стане. И с другой стороны, даже если мы пойдем вслед за комментаторами, которые объясняют, что перед нами обдуманное и планированное действие. Некоторые говорят, что оно было сделано демонстративно, для того, чтобы произвести определенное впечатление, шокотерапию на народ. Но так или иначе, какие бы планы здесь ни были, и какие бы задачи Моше не ставил бы перед собой здесь, но ведь в тексте при всем при том написано еще и о гневе тоже, как там сказано. А когда он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, возгорелся гнев Моше и бросил он скрижаль. Поэтому
Посмотрим сейчас комментарий, который один из наиболее интересных комментариев на этот отрывок, который старается совместить оба подхода. И видит здесь запланированный шаг Муше, его целенаправленные действия с одной стороны, и гнев с другой стороны, как сказано в стихе. Это комментарий Рабмир Симха из Двинска, Меше Хохме. Посмотрим, что он пишет. Основы еврейского народа – это Тора и вера. На первый взгляд, странно. Начинает немножко далеко. Мы разбираем вопрос, почему Моше разбил скрижали, увидев золотого тельца и пляски вокруг него. Начинает Рабмейр Симхе. Основы жизни еврейского народа, основы еврейства, основы иудаизма – это Тора и вера. А что-нибудь еще? Нет. Все святыни. А ведь много же есть вещей, которые святы на самом деле. Все святыни. Например, святая земля. Эрец Исраэль – святая земля, да, так и называется. Эрец Акодыш – святая земля. А почему бы не сказать тогда, что основа еврейского существования – это Тора, это вера в Бога и святая земля? Как, или, можно сказать, даже еще лучше, триумвират – святость Торы, святость страны и святость еврейского народа. Все святыни, святая земля, Иерусалим, святой город, самый святой город, который только есть, самое святое место, которое только есть на свете, это только детали Торы. И святость их происходит из святости Торы. То есть, ни страна Израиля, ни святой город Иерусалим не обладают собственной автономной святостью. Это не то, что поскольку они святы, поэтому закон требует относиться к ним как к святым местам. Не так. Только поскольку закон объявил эти места святыми, и закон установил определенные правила поведения в этих местах, только отсюда исходит их святость. Закон установил, что сельскохозяйственная продукция, которая растет в стране Израиля, к ней нужно относиться подобающим образом, от нее нужно отделять трумот, масрот, в седьмой год в этой стране нельзя обрабатывать землю и так далее, и так далее. А 10 метров за ее пределами, пожалуйста, сколько угодно, там ничего нет. Закон установил святость этого места, и святость этого места исходит исключительно из закона Торы, никакой собственной. Автономной святости здесь нет. А как же так? А это ведь наша земля, это ведь наше святое отечество, это ведь родина, это ведь наша святая столица, это ведь наша. Это все разговоры, которые не имеют отношения. Более или менее патриотизм, или национализм, или еще какой-нибудь изм, но не то. Поэтому место и время никак не влияют на Тору. Тора не зависит ни от места, ни от времени. Нельзя сказать, что Тора обязывает в одном месте, а в другом месте она не обязывает. Может быть, Тора, она только в святой земле обязывает евреев, а в других местах земного шара нет? Ничего подобного. Большинство заповедей Торы, не те, которые касаются земли, земледелия, то, что называется ховат агуф, обязанность человека, не обязанность по отношению к земле, они обязывают в любом месте и в любое время. Нет времени, в которое Тора кого-то не обязывает, к кому-то не относится. Более того, аналогично, ее заповеди равно относятся к каждому человеку. От высочайшего из них, подобного Муше, которого сама Тора называет Иша Элоким, человек Божий, до самого ничтожного, до самого простого, самого
ничтожного человека. И тот, и другой обязаны исполнять ее заповеди. И тот, и другой не имеют права нарушать ее запреты. Есть такая притча, которую могут неправильно толковать, поэтому я не могу пройти мимо нее. Сказывают о том, как это было как раз в Хануку. Только недавно прошли у нас 8 ханукальных дней. Один из хасидских ребес зашел в комнату, где сидели то ли его внуки, то ли какие-то молодые ученики, увидел, что они играют в шашки. В некоторых местах было принято в Хануку играть в определенные игры, либо крутить волчок, либо играть в шашки. Большой вопрос о происхождении этого обычая, но оставим это в стороне. И в тот момент, когда Рэби вошел, они почувствовали себя, парни почувствовали себя не очень комфортно, что он их застал за такой игрой. Уж, по крайней мере, не очень серьезно. Они засмущались, а Рэби их успокоил. Чего страшного? Это шашки – это игра, из которой можно сделать определенные и важные выводы. А именно, пока ты не выбился в дамки, то ты можешь делать только один шаг и только в строгом одном направлении, наискосок. Но как только ты выбился в дамки, то ты можешь ходить вперед и назад, и на сколько угодно клеточек двигаться. Иными словами, нет у тебя больше ограничений. Вот такая притча, как понимают ее некоторые люди, что для простого еврея есть строгие законы Торы. Вот те, кто в дамки не выбился-то. Вот и ходи точно по этим законам. Одну клеточку вперед. И не две, и не назад. Но как только ты выбился в дамки, как только ты стал большим человеком, или ты думаешь, по крайней мере, что ты стал большим человеком, то ты уже можешь взирать на все свысока и позволить себе играть не по правилам. То есть не по правилам тех самых простых, обычных. Понятно, что если эта история имела место быть, то, безусловно, смысл ее не такой. И Рэбби этот нет имел в виду. Но возможность такого понимания, она, к сожалению, существует. Поэтому Мер Симха подчеркивает ничего подобного. Тора одинаково обязывает всех людей. От самого простого до самого-самого высокого. До того, который головой до небес. И до Моше Рабейну. И на него распространяются все те законы, которые обязывают любого самого простого еврея. Итак, никакой особой, самостоятельной, автономной святости ни в людях определенных, которых, может быть, хотели бы видеть как святые люди, на которых не распространяются законы, которые стоят вне, которые святы сами по себе, чудотворцы и так далее. Ни люди, ни дома, ни города, ни страны, ни предметы, ни реликвии не обладают никакой собственной святостью. Святость только одна. Свят Бог Израилев, и его закон, он разделяет между святым и будничным, он определяет определенные места, времена, как святые, а другие как будничные. Продолжает дальше Мейр Симха. И учителя нашего Муше, Моше Рабейну, мудрецы называют не иначе, как посредник, сарсу. Тора, которую мы получили, ее принес нам Муше. Это Тора Муше. Он дал нам Тору. Нет, говорят мудрецы, чтобы не было никакого сомнения. Он здесь был только посредником. Конечно же, без посредника, как всегда бывает. Один человек хочет продать квартиру, другой человек хочет купить квартиру. Ну, так почему же сделка не состоится? Не состоится, пока не будет посредник между ними. Так уже мир построен.
должен быть посредник. Он свяжет две стороны, тех, того, кто хочет дать, и того, кто хочет получить. Должен быть посредник. Но он только посредник. И квартира эта не его. Так и здесь. Моше был посредником между Всевышним, который хотел дать Тору, и между еврейским народом, который хотел получить Тору. Должен был быть посредник. Но не больше того. Это не его Тора. Тора ему не принадлежит. И суть ее не зависит ни от кого, кроме причины причин, кроме того, кто ее дал. Таково определение. Таково простое и четкое совершенно понимание сущности иудаизма. Проблема с ним только одна. Трудно его принять. Для многих людей оно звучит обескураживающе. Они почувствуют разочарование. Не случайно, даже в те периоды, когда, скажем, языческое окружение вокруг еврейского народа находилось в поисках духовных, в исканиях, им были знакомы основы иудаизма, интересовались ими, количество людей, которые примкнули, всегда было небольшим. Потому что человек ищет на самом-то деле другого. Чего он ищет? Он не ищет подобных абстрактных вещей. Ведь сделаем еще один шаг. Если единственный источник святости – это только Бог, и кроме Него никакой святости нету, и все, что в мире свято, это только исходит из Его воли, а святость – это только одна, это только Он сам. Настолько, что… Придем еще один пример. Не знаю, почему Меши Хохма не приводит его. Я бы на его месте его привел бы, но Меши Хохма почему-то не привел. Казалось бы, самое святое место должно быть гора Синай. То самое место, на котором при помощи Моше мы получили Тору. И действительно, во время дарования Торы Всевышний сказал, что запрещено кому бы то ни было подниматься на эту гору. Она свята. И более того, пригрозил смертью любому, кто пересечет границу, которую очертили вокруг горы Синай. Ну что, после этого последовало еще одно правило. Все это будет, пока будет происходить дарование Торы. Как только оно закончится, о чем возвестит звук шофара, бараньего рога, «Эмаялу бар». Сразу после этого можно будет подниматься на гору. И не только людям, но и животным тоже. Овец там можно будет пасти, коз там можно будет пасти. Как в этом самом святом месте, там, где мы получили Тору. А с того момента, как святость кончилась, нет, это самое обычное место. Оно было действительно самым-самым святым, пока была шхина, пока присутствие Божье было там, пока там происходил контакт еврейского народа с Богом, лицом к лицу. Невероятная, невероятная абсолютно святость. Кончилось, больше нет никакой святости. Закончилось все. Самая обычная гора. Вот почему в еврейском фольклоре, в еврейской традиции вообще нет места горы Синай, неизвестно, где она. Ну, где-то там на горе Синай. Синай – это он большой, на самом деле. Некоторые исследователи вообще говорят, может быть, это даже по ту сторону залива, может быть, это вообще-то на африканском побережье. Ну, скорее всего, не так, в Синае. Ну, а где в Синае? Да неважно где. Ну, как же, святое место, реликвия, традиция, история. Для еврея это вещь, для еврея, который живет иудаизмом, это вещь непонятная. Было, что было, то прошло, все, больше никакой святости нет. А все остальные, а Иерусалим? Иерусалим – это не то, что когда-то там была святость. Она и сейчас, закон определяет, что в отличие от горы Синай, Иерусалим свят и сегодня. И храмовая гора свята и сегодня тоже, и там шхина сегодня. Закон так определяет. Единственная святость, единственный источник святости – это Творец, это Бог. И закон, который освещает вещи. Но Бог-то этот, он непостижим, трансцендентен, он не виден, он не слышен, он… все очень абстрактно. Не на что
пальцем показать, не на что сказать, во, вот это святое. Вот хорошо, когда есть предметы какие-нибудь святые, какая-нибудь святая реликвия. Или люди какие-нибудь святые. Вот это наш святой пророк, вождь, предводитель. Мы за ним. Он наш святой, он нас ведет. У человека есть потребность в этом. Хочется ему это. Поэтому трудно ему принимать то, что мы сейчас говорим. И как пишет Меши Хохме, человек ограниченного разума не способен постичь того, кто существует привечно, кто бесконечен и непостижим. То есть человек ограниченного разума, к сожалению, таких достаточно много людей, ему очень и очень трудно, потому что никакого постижения, он чувствует, что он не в состоянии, у него нет никакой связи с тем, кто непостижим, бесконечен, вне пространства, вне времени. Поэтому люди стремились всегда создавать какие-то формы и образы небесных сфер. И говорили, это колесница Божья. А это тот, кто управляет всем в мире. То, что называется язычество. Что это язычество? Полная глупость такая, что люди кланялись деревяшкам, или люди кланялись каким-нибудь статуям и так далее. Нет, это совсем не... Нельзя назвать это глупостью, это вполне, в общем-то, можно было ожидать от людей такого подхода, потому что люди не думали про деревяшки или про статуи, или про еще что-нибудь, что это действительно какие-то божества. Они просто хотели вот таких вот святых реликвий, святых каких-нибудь предметов, на которых, как они верили, будет снисходить что-нибудь там свыше. Пусть Бог, он непостижим, пусть он абстрактен, пусть он трансцендентен, но чтобы что-нибудь было ощутимое, предмет какой-нибудь, статуя какая-нибудь, что-нибудь. И так это выразилось в конечном итоге, так в истории случилось, что люди создавали различные образы, образы небесных сфер, небесных светил. Вот это вот колесница Божья. Это не сам Бог, нет, об этом не говорю. Но это колесница Божья, та, на которой невидимый, непостижимый Бог, он на ней ездит, перемещается. А вот это вот его служитель, который управляет всем в мире. Бог непостижим, он далек, он высок, он... А вот это его конкретный здесь представитель, наместник его. Вот он всем управляет, поэтому ему и будем кланяться. Невидимому Богу не поклонишься. А где он? Он спереди, сзади, слева, справа? Нигде. А вот есть его представитель, наместник, или святой человек какой-нибудь, или святой какой-нибудь ангел, ему и будем кланяться. Осязаемые и зримые образы порождали ликование души и кипение крови. То есть теперь человек мог относиться эмоционально к этому своему культу. Не что-то такое запредельное, не что-то такое непостижимое, а что-то, что может вызвать эмоциональное отношение. Вот это вот мой Бог, вот он. Он самый великий, он всем управляет, он... Ну, а теперь это были все общие такие предисловия, а теперь спускаемся на Синайский полуостров, горе Синай. Там находится еврейский стан. Когда еврейский народ увидел, что Моше задерживается, их вера поколебалась, и они решили сделать себе тельца. Для чего? Снова руководствуясь той же самой идеологией, что телец – это будет осязаемая какая-то форма, на которую Всевышний, на которую снизойдет дух от Всевышнего для того, чтобы дать еврейскому народу что-то, чему они могли бы поклоняться. И тогда они могут сказать, что вот это вот колесница Всевышнего, или вот это вот та самая форма проявления силы и величия в фольклоре почти всех восточных народов, бык – это...
символ силы и величия, вот он и управляет миром. Благодаря той силе, благодаря тому воздействию, которое снисходит от Всевышнего к нему. И вот об этом-то в ужасе возопил Моше. Когда он все это увидел, это не просто понимание ошибки, а это вызвало его гнев и ужас. Неужели же они думают, что Иисус дело в нем? Ведь как это произошло? Произошло это, безусловно, как подчеркивает этот текст, из-за того, что Моше не было. Значит, в тот момент, когда его нет, уже и законов нет. Законы же он принес. Да, это он принес. Но это же законы Божьи. Это же не его законы. И что, что его нет? Значит, законы уже не нужно соблюдать? Неужели же они думают, что все дело в нем, и что существует какая-то святость помимо заповедей? Настолько, что в его отсутствии сделали себе тельца. Разве это его святость? Да ведь я же такой же человек, как и вы. Такой же человек, как и вы. И существование Торы не зависит от меня. Даже если бы я вообще не вернулся. А что было бы, если бы с горы Сина я бы не вернулся? Умер бы там. Как это так? Моше умер бы? Он же святой человек, он же человек Божий. Как это так? Ну, вот так. Я человек, как и вы, и существование Торы не зависит от меня. Даже если бы я вообще не вернулся, Тора существовала бы тоже, без всяких изменений. И не следует думать, продолжает Миша Хохми, что храм и мешкан, не дай Бог, обладают какой-то самостоятельной святостью. После того, как еврейский народ согрешил, сделал золотого тельца, и после того, как исправил этот грех, после этого пришла заповедь соорудить мешкан, то есть переносной храм, который должен был служить еврейскому народу в пустыне. Это святое место? Да, конечно. И определенные законы святости обязывают каждого в отношении этого самого места. Не всякому туда можно прийти, и не всякий раз – и в определенных условиях, и вести себя там определенно, иными словами, святое место. Но не дай Бог подумать, что это место обладает какой-то самостоятельной святостью. Совсем не так. Господь обитает среди своих сыновей, как там сказано по поводу мешкана, что вы соорудите мне мешкан, вы шаханти бетохам. Не сказано вы шаханти бетохо. Вы соорудите мне мешкан, святилище, а я буду обитать в нем. Тора подчеркивает, нет, буду обитать, они соорудят мне святилище, мешкан, а обитать буду среди них, в них, в еврейском народе. Так пока Всевышний обитает в еврейском народе, есть мешкан. А если еврейский народ отворачивается от него, от его Торы, и начинает нарушать его заповеди одну за другой, что тогда произойдет? Об этом сказано. Если они нарушат завет с ним, то и строения эти потеряют всякую святость. То есть храм, самый святой Иерусалимский храм, превратится в обычное здание, построенное архитекторами средней руки, или, может быть, даже хорошими архитекторами, но не больше того. Как об этом сказано у пророка, «Бауприцим вехилелюа». «Бауприцим» – пришли в святилище развратники, и осквернили его. И что в результате? В результате превратился в обычное здание. Так говорят нам наши мудрецы, что во время разрушения Иерусалима и храма римлянами император Тит решил продемонстрировать свою силу и смелость, что он не боится Бога Израилева, и решил надругаться над святыней самым-самым-самым гадким образом. Он привел в святая святых полковую маркетантку, которая по совместительству еще и обслуживала солдат, расстелил свиток Торы и воспользовался этой маркетанткой в самом-самом святом месте, в
святая святых. Казалось бы, небеса должны были упасть на землю. Гром небесный, что-нибудь должно было его поразить, испепелить. Чего не случилось? Цел и невредим. Почему? А потому что в этот момент этот храм уже не был святым местом, был самым обычным зданием, сделанным из камней, штукатурки, дерева, серебра, золота и так далее. Потому что еще раньше еврейский народ своим отступничеством, своим отходом от его законов вытеснил шхину из этого места, стало быть, никакой святости не осталось. И теперь любое действие, оскверняющее это место, пройдет совершенно без реакции. Ничего не случится. Почему? Потому что никакой собственной, автономной святости у храма нет. Она святость только Всевышнего, только Творца мира. Он уходит из этого места, точно так же, как гора Синай превратилась в обычную горку где-то там в Нагорьях Синая, точно так же и храмовая гора, и храм в Иерусалиме превратился в самый обычный дом. Более того, теперь мы приходим к скрижалям. В храме, в Мишкане есть святая святых. А в святая святых что там находится? Арон. Там находится ящик, в котором самое-самое святое, что есть только. Скрижали. Скрижали, на которых плиты, на которых написаны слова десятисловия. Те самые скрижали, о которых Тора говорит и подчеркивает это, что они создание самого Бога, на которых и письмена на них тоже письмена, написанные самим Богом. И в них, в сущности, нет святости. Их святость только ради Израиля. А когда произошло то, что произошло? В тот момент, когда Моше находился на горе Синай и получал эти скрижали. А пока что невеста согрешила прямо под хупой, этим образным выражением, этой метафорой наши мудрецы рисуют то, что происходит. Свадьба, вот она, свадьба, все накрыто, празднество. Пока жених уходит куда-то, то невеста прямо под хупой развращничает с кем-то другим. Пока Моше получал скрижали на горе Синай, еврейский народ поклонился Тельцу. И если так, Израиль нарушил то, что было на них начертано. То есть все то, что написано на скрижалях, в этот момент к народу Израиля неприменимо. Тогда они превратились лишь в черепки. То есть с того момента, как евреи сделали то, что сделали, то, что Моше нес в руках, что это было? Скрижали Божьи? Нет. Две каменные плиты, не больше того. Черепки, лишенные всякой святости, ведь они существовали только ради того, чтобы Израиль следовал этим письменам. Вся святость их была в том, что на них было написано то, что было призванием еврейского народа. Как только это неосуществимо, это просто две каменюки, больше ничего. Итак, заключает Рабби Мейр Симха, в мире нет ничего, что обладало бы самостоятельной святостью. Чему следовало бы служить и поклоняться, кроме Всевышнего. И только Ему принадлежит словословие и преклонение. Никому и ничему нельзя поклоняться, кроме Него. Нет такого Бог и. Бог еще что-нибудь другое. Есть у нас Бог, и еще наша страна у нас есть, и еще есть у нас еще что-нибудь. Преклоняться больше никому нельзя. Вся остальная святость происходит из его заповедей. Есть святые вещи, есть святые места, есть святое. Да, конечно, есть. Безусловно, есть. Оно происходит только из святости Всевышнего, происходит только из его закона. Будь то мешкан, который он заповедовал строить, или жертвоприношение, которое в нем приносится. Все это святость, святость, исходящая из закона. Вот теперь можно объяснить после всех этих предисловий, можно объяснить, почему же Моше разбил скрижали.
И вот, когда он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, он понял их ошибку, и она привела его в гнев. Возгорелся гнев Моше, и бросил он скрижали из своих рук. Почему? Тем самым он хотел им показать. Это было и, безусловно, гнев, и вместе с тем желание им показать и вывод ясного ума, что сейчас необходимо сделать. Тем самым он хотел им показать, что в них нет никакой святости, существующей помимо Бога. И что было бы, если бы он принес им скрижали? Не разбил бы Моше скрижали. Пришел бы он сейчас в стан Израиля, встал в воротах его, сказал бы те великие слова «Мила Ашем Милай», «Кто за Бога ко мне?» и показал бы всем эти скрижали. Вот они, смотрите, евреи. Деяние Божие, написанное руками Божьими. Что бы произошло? Все бы, конечно, пали ниц, все бы, конечно, были потрясены, все бы, конечно, устыдились бы того, что они сделали тельца, и что бы они сказали? О, вот она наша ошибка. Мы поклонялись тельцу, не тельцу надо было поклоняться. Скрижалям надо поклоняться, вот она святыня, вот она реликвия. Вот сейчас Моше, святой человек, со святыми скрижалями, вот она святость. Были бы у них скрижали вместо тельца. Так пишет Рабмейр Симха. Они бы сменили тельца на скрижали и не отделались бы от своих ошибочных представлений. Раньше было одно, ошиблись, не телец, неправильно. Очень стыдно, очень сожалеем. Вот сейчас у нас будет правильная религия. Сейчас мы будем поклоняться скрижалям настоящей святости. Это совсем не то, что нужно было. Вот теперь, поэтому-то он и разбил. Вы думаете, что это святость сама по себе? Что есть что-нибудь, какая-нибудь святость, которая не исходит из закона? Он не обломки. Нет ничего. Теперь, когда он разбил скрижали, они поняли, что не совсем-совсем, что они просто ошиблись не в том, что вместо скрижали они поклонялись тельцу, просто не совсем правильная форма была. Они просто оказались, что ехали в другом направлении. Они совсем-совсем не достигли ту цели, которая ставит перед ними Тора. Таким образом, Моше показал народу, что все образы – ложь. И нет никакой независимой от Бога святости. И на самом деле Моше сделал великое дело. Поэтому Всевышний одобрил его поведение. Моше это сделал сам. Никакого повеления от Всевышнего сделать это он не получил. Это было его собственное дело, что называется, на свой страх и риск. Но Всевышний одобрил его поведение. Как это сказано? В начале 34 главы, самое начало написано так. «Вытеши себе две скрижали каменные». То есть, если первые скрижали были Маасе Элоким, деяние Божие, то, что Всевышний сам создал, Моше не должен был делать их, то вторые скрижали уже не такие. Вторые скрижали ты уже сам себе сделаешь. Возьми камень, покажем тебе, какой камень, а ты должен вытесать эти две каменные плиты. И я напишу на этих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях. Слова будут те же самые, Тора будет та же самая, только на других скрижалях, на тех, которые ты сам сделаешь. И я напишу на этих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил. Говорят наши мудрецы. То есть, теперь эти скрижали будут еще и знаком, напоминающим народу о том, чему научил он его, разбив те прежние. Не просто так говорится здесь, что будут те же самые слова, которые были на первых. И первые, и вторые нужны. Вторые, на них будут начертаны слова десятисловия. Первые нужны в качестве обломков, тех, которых ты разбил. И их обломки должны обучать еврейский народ не меньше, чем те новые скрижали, на которых написан декалог. Так говорят наши мудрецы. Это в Талмуде, в трактате Брахот. Лухот вешеврей, лухот мунахим беарон.
то есть в ковчеге, в этом самом святом месте, лежат и вторые скрижали, полученные уже в Йом-Кипур, на которых начертаны слова десятисловия, и шеврей лухот, а также обломки первых. Они лежат там не как историческая реликвия о том, что это не краеведческий музей, это храм, это святое. Там находится только святость. И вторые скрижали святы, и первые, от которых остались только обломки, чтобы показать, что первые скрижали, которые были созданием самого Бога, разбиты. А вторые, вытесанные Моше, не те, которые Всевышний сделал, а те, которые вытесал Моше, молотком и зубилом, а они целы, что и доказывает, что нет никакой святости ни в какой сотворенной вещи, кроме той, которая создается, когда Израиль соблюдает Тору. Одна только святость, единственная, которая возникает в результате соблюдения закона Бога. Исполняется воля Всевышнего, исполняется закон Торы. И так говорят наши мудрецы в другом месте. Три в трактате «Шаббат». Три вещи сделал Моше по собственному усмотрению, на свой страх и риск. И Всевышний согласился и одобрил со всеми этими тремя вещами. Одна из них – это он разбил скрижали. Но а откуда мы учим, что на самом деле Всевышний одобрил? Где-нибудь в тексте Тори есть прямым текстом, что Всевышний одобрил или похвалил его за это действие? Вроде бы нет. Но наши мудрецы говорят, есть намек на это. Тот самый стих, который мы зачитали. Еще раз вернемся к этому стиху. «Вытиши себе две каменные скрижали, и я напишу на этих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил. Аля лухот ашер шаварта». Говорят наши мудрецы, так это в оригинале. «Ашер шаварта», которые ты разбил. «Ейшар кохиха ше шибарта». То есть, «Ешар коях тебе» за то, что ты их разбил. Что такое браха, очень часто, которой очень часто пользуются евреи, «Ейшар коах», которые помянуты еще вот здесь вот у мудрецов, это браха, которую Всевышний сказал Моше за то, что он сделал. «Ейшар кохиха». Некоторые думают, что это от слова «яшар», прям, прямой, как еще помню, один из моих знакомых, это буквально на русский язык, на якобы русский язык, это прямая сила, «яшар кох». Так, это к прямому или кривому не имеет никакого отношения. Раши объясняет, слово происходит, два его источника. Во-первых, «ишур». «Ишур» – «алев», «юд», «шин», «вафрейш», то есть одобрение. Да, это хорошо. То есть так говорят, когда хотят отнестись к желаемому поступку и сказать человеку: «Хорошо, что ты сделал». Или еще «ешур», то есть это означает укрепление. «Ешар кохаха», причем здесь «коах», сила. Человек сделал этот поступок, у него для того, чтобы сделать какой-то поступок, должны были быть определенные душевные и физические силы. Так пусть вот эта сила твоя укрепится. «Ейшар коах» означает буквально укрепление силы. То есть русский аналог был бы здесь, когда мы видим кого-то, кто что-то хорошо и правильно делает, мы говорим: «Ну, дай Бог тебе сил». То есть с той силой, с которой ты сделал, дай Бог, чтобы у тебя этой силы было достаточно и предостаточно. «Ейшар коах». Ну, мудрецы говорят, что Всевышний похвалил Всевышнего. Похвалил Моше за то, что он сделал. Но на первый взгляд кажется, что немножко это игра слов. «Ашер шаварта», «ашер шаварта», который ты разбил, и превратить в это в «ейшар кохиха» от слова «ишур», «одобрение», немножко это кажется на первый взгляд натянутым. Слишком уж далекая эта дроша. Нет ли какого-то объяснения, которое приблизило бы как-то понимание, где же все-таки мудрецы нашли в тексте, здесь, вот в этом самом месте, а другого-то действительно совсем нет,
где они нашли подтверждение тому, что Всевышний одобрил действия Моше. Борух Эпштейн в своей книге «Турат Мима», в которой он объясняет Дрошот мудрецов, пишет так. Конечно же, это не игра слов, не отсюда происходит, от слова «ашер шаварта» до «ешар кухиха» дистанция слишком большая. Мне кажется так. Обычно считается невежливым и некрасивым напоминать человеку о том, что он совершил в порыве гнева. Если кто-то в порыве гнева, держа там, тарелку, грюкнул ее об пол и разбил, как он почувствует, если мы ему напомним после этого? А помнишь тарелочку? Я не помню. Безусловно, он почувствует себя не в своей тарелке. В момент гнева человек способен делать вещи, о которых потом он будет сожалеть и которых он потом будет стыдиться. Поэтому обладающий минимальным тактом человек не станет напоминать другому те поступки, которые он сделал в гневе. Или, поддавшись минутной слабости, то же самое. Ведь это напоминание может только смутить человека, или больше того, больше, чем смутить, может огорчить его. Поэтому, если бы Всевышний не одобрял поступок Моше, он не стал бы говорить о первых скрижалях, добавляя слова, которые ты разбил. В конечном итоге, что Всевышний хотел сказать? Ты должен выцесать себе новые скрижали, и я напишу на них слова, те, которые были на первых. Можно было бы поставить точку. Зачем продолжать вместо тех первых, которые ты разбил? Если бы здесь, если бы этот поступок был хоть сколько-нибудь неправильным, Всевышний не стал бы напоминать. Помню, те самые скрижали, которые ты разбил, так вот мне пришлось из-за этого новые делать. Нет. Для Моше это, безусловно, было бы тяжело, если бы действительно был какой-то грех с его стороны. И никаких причин упоминать об этом здесь не было. Вполне достаточно было бы сказать, которые были на первых, я напишу на них слова, которые были на первых слежалях. Стало быть, из того, что Тора добавляет, которые ты разбил, мы делаем вывод о том, что, напротив, Всевышний одобрил его действия. Сказал ему, ты хорошо сделал, ишар коах. Дай Бог тебе силы, чтобы у тебя было достаточно сил продолжать действовать так, как ты действовал. Это было абсолютно правильное действие. Я так думаю, что можно считать эту тему неисчерпанной, но, по крайней мере, охваченной, и мы можем перейти к следующему отрывку Торы. После того, как Моше разбил скрижали, он входит в стан Израиля и первым делом обращается к Аарону, к тому, кто был в стане в его отсутствие. И сказал Моше Аарону, что сделал тебе этот народ, что ты навел на него столь великий грех? Мы знаем, тебя мучили, тебя пытали, руки выкручивали. Что произошло? Почему ты позволил им сделать то, что они сделали? И сказал Аарон, да не возгорится гнев господина моего. Ты же знаешь, что этот народ во зле. И они мне сказали, сделай нам божество, которое шло бы перед нами, ведь Моше – этот человек, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним стало. А я им сказал, у кого есть золото, снимите с себя. И отдали мне, и я бросил его в огонь, и вот вышел этот телец. И увидел Моше, что народ развращен, что Аарон развратил его на посрамление его перед их врагами. То есть Аарон, все его намерения были здесь самыми лучшими, но в конечном итоге результат вышел очень плохой. То есть то зло, которое было, не было, безусловно, на поверхности, которое было скрыто, а вот сейчас, благодаря тому, что произошло, и произошло это при пассивном участии Аарона, все это вышло наружу. И в результате все это дает посрамление еврейскому народу перед его
врагами, которые будут пенять ему, что когда-то же сделали золотого тельца. «И встал Моше в воротах стана и возвал, кто за Бога ко мне? И собрались к нему все сыны Леви». Все сыны Леви, Раши делает отсюда вывод, значит, никто из левитов, никто из сыновей Леви не согрешил, когда народ плясал вокруг тельца, левиты в этом не участвовали. Здесь подчеркнуто, собрались к нему все сыны Леви. Он сказал им, так говорит Бог Израиля, повесьте мечи ваши на бедра и пройдите туда и обратно, от ворот до ворот в стане, то есть пройдите по всему стану, и убейте своих братьев и ближних, и родственников, то есть тех, которые согрешили, поклонившись тельцу. И сделали сыны Леви по слову Муше, и пало из народа в тот день около 3000 человек. То есть всего-всего грешников, которые заслуживали наказание за золотого тельца, их было всего 3000 человек. И сказал Муше, сегодня посвятите ваши руки Богу, каждый своим сыном и своим братом, чтобы вы удостоили сегодня благословения. То есть это посвящение рук, иными словами, вы становитесь служителями Бога благодаря тому действию, которое вы сделали. Не самое приятное действие – убивать людей, грешников. Да. Это убийство. Но этим самым убийством вы наказав людей, достойных наказания, и дав им кару, вы тем самым превратились в служителей Бога. Пусть даже убитые были вашими братьями, или даже вашими детьми, может быть. Здесь нужно задать вопрос, погодите, но ведь сказано было, что Раши подчеркивает, что собрались к Муше все сыны Леви, и отсюда мы делаем вывод, что все, колено Леви было чистым, ни один из левитов не участвовал. Если так, то каким образом левит, наказывающий грешников, мог наказать своего брата? Ведь все левиты были чисты, ни один из них не согрешил. Ответ Раши здесь имеется в виду следующее, что это брат, рожденный, скажем, от одной с вами матери, то есть брат по матери, но не брат по отцу. Принадлежность к колену Леви, она по отцу. И это может быть брат или другой родственник, но по матери. А что касается левитов, то они, кто засвидетельствовал, что ни один из них в этом не согрешил. И было так. На следующий день Муше сказал народу, вы совершили великий грех. Теперь я взойду к Богу, может быть, я искуплю ваш грех. И возвратился Муше к Богу и сказал, этот народ совершил великий грех. Они сделали себе золотое божество. И вот простишь ли ты этот грех? Для чего Моше подчеркивает, что они сделали золотое божество? А Всевышний об этом не знает. Конечно, знает, что оно было из золота. В чем здесь дело? Просто они согрешили, идола себе сделали. Какая разница, из чего они сделали этого идола? Из золота, серебра или слоновой кости? Раши видит здесь уже начало того, как Моше просит, старается оправдать еврейский народ, найти ему хоть какое-то оправдание. Словами Раши. Ведь ты сам подтолкнул их к греху, наделив их в изобилии золотом, потакая им, исполняя всякое их желание. А что же делать им в этой ситуации, как не грешить? На что это похоже? Это подобно царю, который накормил и напоил своего сына, одарил его, украсил его различными украшениями, повесил ему на шею кошелек, туго набитый, и поставил его в дверях публичного дома. А вот теперь, сыночка, веди себя скромно и нравственно. Но что же сделать сыну, как не грешить? Разве может быть то же самое здесь? В тот момент, когда еврейский народ получил столько много блага, и во всем ему шли навстречу, это опасно. И вот простишь ли ты их грех? Если же нет, то сотри меня из твоей книги, которую ты писал. Если ты не хочешь простить евреям их грех, то и мне, говорит Муше, нет места в истории. И сказал Бог Муше, кто согрешил передо мной, того я сотру из моей книги. А кто нет, того нет. А теперь иди, веди народ туда, куда я говорил тебе. Вот мой ангел пройдет перед тобой, но в день взыскания
я взыщу с них за грех. Что это означает? В день взыскания, то есть сейчас их наказывать не будут, наказание отложено. Но в день взыскания, то есть сейчас я принял твою просьбу, говорит Всевышний, я их не уничтожу. Но всякий раз, когда я буду взыскивать с них за их провинности, то я буду вспоминать и в малой мере взыщу также и за этот грех вместе с остальными. То есть расплата за грех золотого тельца, она происходит, но она в кредит. И когда же взимаются платежи? Каждый раз, когда еврейский народ получает по голове за свой очередной грех, вместе с тем, что он получает за этот грех, получает еще и довесок определенный, то, что задолжали в кредит за золотого тельца. И не бывает беды у Израиля, чтобы не было в ней хотя бы немного расплаты за грех поклонения тельцу. Дай Бог, чтобы все наши беды уже закончились, чтобы мы уже окончательно расплатились за все свои грехи, включая и грех золотого тельца, чтобы сказано было нашим бедам достаточно, хватит, чтобы пришло избавление как можно скорее в наши дни, в мира, в имейн. Аминь.